начало. Все не так, знаю я, и ничего в жизни не повернуть. И теперь у меня один лишь только путь. Разбежавшись, прыгнулся с скалы. Вот я в темноте там. Вот я был, и меня не стало. Вампира превращается. Вот-вот, вампира идет. И когда бы там узнаешь, а я знаю, сейчас начнет полночь, мы тут все превратимся. Тогда поймешь, кого ты потеряла. Кого ты потеряла. Чего? Все хорошо, мне нравится. Ой. Что, вообще не похоже на оригинал? Да, мне нравится. Ой, да, это наша аранжировка. Ты искренне, что тебе нравится? Ну, так написано. Я написано. Все как написано. Забыли, тоже написано. Таким, как все, с детства не умел, видимо, такой в жизни мой удел. А она, да что она с детства мне сделала? И меня никогда понять бы не смогла. С большим черным крестом на фоне католического храма. А, это одежда инквизитора. Точно, точно. Я не инквизитор, это как-то женщина-инквизитор. Вот я был, и вот меня и стало. И тогда об этом вдруг узнаешь ты. Тогда поймешь, кого ты потеряла. Кого ты потеряла. Кого ты потеряла, дура! А третий куплет? Третий куплет. Гордо скинув плащ. Вдаль направлю взор. Может, она ждет. Вряд ли. Это вздор. Изгав дикий крик, камнем брошусь вниз. Это моей жизни заключительный каприз. Разбежавшись, прыгнуть со скалы. Вот я был, вот меня не стало. Такой вот переводничка. Вы жжете надо мной. Допиваешь. Чего вы жжете-то? Это серьезная композиция. Про суицид, между прочим. Как можно ржать над этим? Через жизнь получается. Прикольно жжешь там в стиле. Одним меньше. Ладно, все. Слушай, самый шедевральный. А допеть. Точно. Комбайнеры, это не получилось, следующее не получится. Сева, там аккорды, посмотри в интернете аккорды. Там тональность другая была вообще. Ладно, тональность, сами аккорды, там ничего не имеют с настоящими, как бы, если что, так, на всякий случай. Да? Ну, как бы, да. Сначала мне это нравится. Текст оставь, а аккорды можешь все там убрать. Покинуть, да. Давай комбайнеры петь, я вот что-то не смогла петь. А это я тоже не смогу, ну давай. Главное, пиши. А я ее не выключала. Удали то, что все. Не-не, ты что? Все, что это эксперимент. Это экспериментальное творчество. Экспериментальная музыка, в общем. Экспериментал. Это не смысл. Это можно как раз надо в первые ряды Ютуба вставить, чтобы все сдохли. Далеко от больших городов. Точно так там где нет? Нет, ты пой, я не помню. Там другие люди живут. Которых совсем не поют, не снимают про них сериалы, и ведь они не в формате канала, и не пишут про них интернет, их совсем как бы там как бы нет. У них нет. Молоды, но не студенты, ни окей не знают, и ни ленты, в суши-барах они не бывают. И в соляриях не загорают. Каждый нет, из дорогой, них был варен... У них нет дорогой гарнитуры, это неправильно там. Да? У них нет дорогой гарнитуры. На блинбате, на эмо-культуру. Что-то тут неизвестные строчки идут, которые вот тут листочек порван.
помню. Главное, под ритм это говори, и все, и никто не заметит. Листочек отсутствует здесь, и ничего я вам здесь не спою. Каждый из них не был. Медленно переходим на нянчик. Родной не отмазался никто, что «Ой, у меня там геморрой!» Комбайнеры, трактористы, грузчики арбузных фур. Эти парни не являются мечтой гламурных дур. И пускай там пидорасы веснуются в Москве, но пока такие пацаны есть у нас в стране. Знают, пусть враги все знают, сучка Кондолиза Райс. Никогда, блин, натовская, не возьмете нас. Выпью С2, H5OH, сел на Ниву, рассельмаш. Надо Т-дон 500, Т-150, покормил перед этим поросят. И пошел жрать, пахать, колотить ячмень. Будет долгим-долгим-долгим их рабочий день. Тарап, что там дальше? Пара, пуру, пара, вучу-чак. Вачу-чарю, парю, вачу-чак, чу-чау. Идёри, бачу-парю, чарю, вачу-чарю-чау. А чики-чики-чики-чики, да, еще есть непереводимый итальянский фольклор. Типа, серьезно, музыку, типа, там... палец смеяться.